Ну и сейчас еще одну пьесу сыграют на прощание нашему замечательному зрителю. Это тоже пьеса, посвящена известному скрипачу московскому уже. Это, знаете вы, наверное, там, как они, виртуозы Москвы. Помните? О, Спивакову. Вот ему посвящена эта Спивакову пьеса. Она шуточная такая, понимаете. Под него немножко я скосил специально, как он играет. Я знаю, как он играет, понимаете. И каламбур шуточный такой можно назвать. Понимаете? Каламбур. Вот этот каламбур сейчас послушайте. Пожалуйста.